Друзья мои, всем привет! Сегодня я на фонтане Радуга, Вознесенский парк, и такая у нас краса до дня миста. Такую красу сделали. Погода сегодня как-то не очень, хотя с утра было солнце, но сейчас такой ветерок, наверное, градусов 12, но тем не менее люди ходят и смотрят такую красу. Ну, самое большее я хотел, конечно, посмотреть на так называемый 3D-цветок. Сейчас мы до него дойдем, посмотрим. Красиво? Больше мы еще там. Чайки, утки, голуби. Чайки голодные. Смотрите, как дерутся за хлеб. Чайки, горлодрайки. Идемте туда, там их побольше. Диско, диско. Поднять это все вверх. Сотворить это все, да? Ну, плохо. А ты когда что? Иди. Ну, друзья мои, наш цветок 3D. Смотрите, сколько понадобилось цветов, чтобы создать такую красоту. Она не приехала, болела. Воробьи сфотографируют.
том году, мне кажется, инсталляции с цветами было больше. Но в этом году вот такие элементы с камушек побольше. Типа клавиши. Электрогитара. А электрогитара тоже цветами украшена. Но все равно приятно, цветочки повысаживали. Барабанщик. Нужен срочно барабанщик. Класс. А тут сделали типа ананас. Такая красивенькая инсталляция. Типа как печеньки. А вот костылик. Конфета. Рождественские конфеты. Еще что такое? Да, ребят, это цветы. Видите, как они покрашены. Покрашенные цветы. Не пенопласт. Натуральные цветы. Ну тут, пожалуйста, вам елочка украшена. Новый год. Красота. Это Запорожье. Ну, конечно же, самый красивый здесь этот цветок. Большой, шикарный. Очень даже красивый. Люди фоткаются. Цветок шикарный, конечно. Чайка пытается у утки отобрать хлеб. Утка просто хватает его на ходу. Что налетели чайки голодные. Первый раз я их так вижу. Просто голоднющие. Откуда они?
Уже, наверное, людей мало на дне проходят гулять. Их никто не подкармливает, там и они тут поняли, где можно пропитаться, все сюда. Утоньки, держитесь, отстаивайте свою территорию. Они даже друг у друга забирают. Хай бахмелы. Одна схватила хлеб, а другие за ней стаи просто. Чтобы отобрать хавчик. Надо было зерно брать или хлеб и кормить их. Не, ну люди вон кормят хлебушком. Интересно, да, сколько нужно было бы хлеба, чтобы они все насытились тут? Да, чаек тут хватает. Боже, чайка готова утку утопить за кусок хлеба. Куда чайки рассосались, утки хлеба покушают. Утки тоже противные, смотри, что огоняют. Какие-то свои порядки, правила. Оп-оп-оп, чайки удалось. И воробьи даже есть, мать моя, сейчас знаю, смотрите. Да, холод, осень. Что ж, дорогие мои земные, как вы выживаете? Одному Богу только известно. Мне интересно, утки улетают или они тут остаются? Если остаются, ну не тут же, потому что, наверное, все, если хороший мороз, это все позамерзает. То есть или с парка их вылавливают, наверное. Где-то помещают их на зиму. А весна опять на свои хлеба. Там чаек прикормили. У птиц все как у людей. Кто самый наглый, самый смелый, самый сильный, тот имеет больше всего. Ну, а есть такие, как оно, голуби, миролюбивые. Видите, куски отламывают. Для чая крохи падают, и этими крохами питаются. Каждому свое.
Все, меняйте место дислокации. Хавчик закончился. Ну вот и все, ребята, показала я вам, что у нас происходит на Радуге. Кому понравилось, ставим лайки, конечно же. Ну а кому нет, можете дизы ставить, мне все равно, в принципе. Люди разные, вкусы разные. Все, всем мира, добра, а еще стыть. До встречи, пока-пока.